Сушила? Все? Как зовут твоих игрушек? Асель и Королева. Ее же звали Пики. Пики, да, я забыла. Ты спокойной ночи. Ты тоже сейчас спишь с игрушками? Да. Его зовут Каролин, а его Филипп. Каролин? Да, Каролин. Новое имя. Его звали Каролин. В одном темном, темном городе жила Асель! Или Каролина. И её соседом был Филипп. Все, Филипп, ложись спать. В одном черном-черном городе была черная-черная улица. На черной-черной улице был черный-черный дом. В черном-черном доме был черный-черный подъезд. В подъезде была черная-черная квартира. В квартире был черный-черный шкаф. В шкафу была я! Ну, я буду что говорить. Ну, когда у меня будет 2 сыночка, ну, когда у меня будет 2 дочки, одну я назову Каролина, а другую это, ну, Асель. А если у меня будет 2 сыночка, одного назову этот, ну как, ну, Патрик, второго, ну, Филипп. А когда у меня будет дочка и сыночек, я назову дочку, ну, назову ее Каролина, а мальчика Патрик. Я думаю, так подойдет. Ну, что, 2 Патрика и... 2 Каролины. А у тебя какие дети будут? У меня всего лишь 3 человека. Мне тоже. 3 детей у тебя будет? Патрик. У нас будет столько Патриков. Патрик. Да я нет. Буду бабушкой Патриков. Нет, у меня будет... Они будут жить на Патриках. У меня будет Юля, Николь и еще как-то девочка такая. София. А у меня будет вместо Патрика Патик. Спать. И зайка. А девочка будет... зайка?
Зая, зайка. Четыре. Зайка, кошка и мышка. Нет, нет. У меня всего лишь... Ну... София, Юля и еще... Как там? Посмотри. И еще Саша. Мальчик Саша. Еще. Вот когда вот я была маленькая, я была на батуте большом, и там ко мне девочка большая подходит и спрашивает, а как тебя зовут? А я говорю, Зайка. И потом мы с ней играем, и она бегает за мной и кричит, Зайка, Зайка. А потом к ней подошел мой друг и сказал, это не Зайка, это Сашенька. И потом он сказал, а, это Сашенька. А глаза светятся в темноте. А сама говоришь, что ты зайка. Давай. А чего? А симулировать? Симулировать. Не надо так делать. Оля, симулировать. Мать, спать будешь сегодня? Нет, не буду. Знаете, что мне снится? Я когда я сплю, покажу, когда я сплю, мне каждый день, когда я сплю, мне снится, как будто, как мы с тобой, моя маленькая, там она в коляске сидит, а я с тобой иду за ручку. Там такая дверь есть. Ты идешь куда-то наверх, а нас оставляешь около этой двери. Уходит баба-яга, берет меня за шкирку и начинает вот так вот. А Майя уносит гуся-лебедя в этот момент. Да, Майя? Помогите! Нет, а Майя на голову пакет надевает, чтобы она не кричала. Ты думаешь, Майя, тебе было весело в этот момент? Нет, меня бы положили. Меня бы положили. Нет. А Майя она кладет в печку сбегать. То есть меня положили... Положили как в пакете. Круассан? Нет. Что, слюнями подавилась? А я пойду в пакет и буду жариться. Для запекания в пакете? Ну да. Как курочка? Будет... Да, и Саша в помойку и будет танцевать. А папа говорит, я буду мотать, пока твоя сестра в круассан не превратится. А потом сестра моя превратилась в круассан. Мама меня отпускает. И вот так по лесенкам кувырком качусь. А потом такая голова кружится. Я сейчас тебе дам. Такая бабулька. И мама такая. Круассан бежит за мной. А я бабулька. Я, конечно же, рок звезда. Какие ты знаешь страшные истории? Он там нашел труп принцессы. Потом он этот труп принес, закопал. Потом ушел домой. Через 1000 лет он пришел, а там лишь такой вот зомби. И потом этот зомби встал, мальчик такой побежал. И зомби за ним бежит. Потом зомби бежит, упал. Как идет потом он? Зомби. Ну, и когда этот зомби упал в лужу, из лужи вылез Пеннивайз. И вот так вот бежал за этим мальчиком, Саша, а у Пеннивайза, в одной руке была голова, а в другой было его тело. И он как король бежал. А руку он себе в голову втыкнул и бежал как король. Мне сейчас страшно. Страшно? Ну, для этого у меня два... У меня сначала один кубок, потом второй кубок, потом третий кубок. Вот смотри, я знаю страшную историю про одну гимнастку. Один раз, когда одну гимнастку по имени Майя Цыганкова вызвали на ковер, она начала танцевать вот так вот. Ну, так, конжуфья, ну, и дальше так. И потом к ней выбежал зомби. И вот так вот встал. И вот так вот сел на шапогат. И вот так вот поехал. Ну,
Но для меня соревнования по гимнастике это вообще крутяк. Если бы я поехала на озёра, там такой большой зал, ну вот такой, больше меня, я даже могу там выступить. Я боялась там, у меня было мало сил. Я смогла и вот победила первое место. Майя, как ты говоришь, не сонная, а? Спатая. Вместо сонной спатая. Сади, я спатая. Давай поменяемся. Ну, давай, нет. Вот теперь я Саша, а теперь ты Майя. У тебя тоже ожерелье или билет лежит? О. Билетик мозг. Ожерелье. Мозги, наверное. Микро. Мушки. Мини-мушки. Нет, у тебя корона. Нет, ушко. Корона вот так вот. Ушки не мини-мушки. Корона вот так вот делается. Нет, ушки не мимушки.